Еще в средние века Рязань называли житницей Руси с огромным разнообразием продовольствия. Прямо сейчас мы находимся на конкурсе «Фестиваль национальной кухни России в Орленке», где узнаем все о национальной кухне Рязани. Каждый из трех этапов конкурса связан с особенностями данного региона. Один из любимых ингредиентов рязанцев – грибы. Из них готовят пироги, супы и многие другие блюда. Номер два! Рязань вообще многообразная кухня, но здесь мы выбрали мучные изделия, потому что деткам очень нравятся изделия из муки, изделия из теста. Кстати, о еде. Одно из конкурсных испытаний – это кулинария. Каждая команда заранее приготовила в лагере вместе с поварами традиционное рязанское блюдо из теста и теперь презентуют его на конкурсе. Мы готовили курник с блинами. Я пекла блины и подготавливала начинки. Рязанский блинный пирог и орешки со шоколадной пастой. Я помогала поварам составлять карточку блюда. Я ничего не хотел изменить в нашем блюде, потому что оно получилось и так очень вкусным. Вторым этапом стала сервировка. Рязань – это старинный город со своими традициями. А значит, и сервировка должна быть соответствующей. С красными узорами, природными материалами и хорошо продуманными деталями. Мы выбрали зеленый и красный цвета в основу нашей сервировки, потому что это является цветами национального костюма Рязани. Мы пытались создать литературную атмосферу, так как Рязань – это родина великого поэта Сергея Александровича Есенина. Вместо скатерти мы использовали плащ-палатку, а вместо тарелок мы использовали походные черпаки. Параллельно с первыми двумя этапами идет третий – интеллектуальная викторина. К нему ребята готовились всю смену, и теперь пришло время проверить свои знания о Рязанской области. Я готовилась, наверное, к конкурсу, то есть я вообще даже не знала про Рязань. Я, наверное, готовилась к конкурсу специально. Некоторые вопросы были сложные, некоторые нет. Я специально к нему готовился. До этого я, в принципе, не интересовался Рязанью и ее областью. Я узнал, что в Рязани довольно жаркое лето, хотя зимой температура может опускаться до минус 40 градусов. Фестиваль такого формата проводится в Орленке традиционно каждую смену. В этот раз победу одержали команды сразу двух детских лагерей – «Звездный» и «Комсомольский». Мы очень рады, потому что это было довольно неожиданно для нас. Мы точно знаем, что в «Комсомольском» кубок был дважды, и вот это третий раз, и мы безумно рады, что это случилось благодаря нашей команде. Мы думали второе место, третье, но никак не первое. Мы очень сильно старались и были очень-очень просто, мы в шоке. Конкурс «Фестиваль национальной кухни России в Орленке» – это не только победа, но и возможность путешествовать по разным регионам через национальную кухню. Марина Тенишева, Алексей Кузьмин. Специально для рубрики «Орлянский репортаж».